Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Дети и взрослые всегда с нетерпением ждут новогодние праздники. Они наполняют нас верой в лучшее, особой радостью и оптимизмом. Новый год – семейный праздник. Этот день мы по традиции встречаем с самыми близкими людьми. Дарим им свое внимание, заботу и тепло. Новый год – традиционное время подвести итоги уходящего года и наметить планы на новый. 2022 год для Ульяновска был ознаменован началом сразу нескольких крупных строительных проектов. Масштабные работы проведены в спортивных школах, в школах искусств, общеобразовательных учреждениях. Положено начало реформированной системы общественного транспорта. В рамках национальных проектов благоустроены парки и дворовые территории. Комплексно отремонтированы дороги. Завершен проект реконструкции улиц Федерации. Результат одних проектов мы уже можем оценить, по другим потребуется некоторое время. Но в любом случае все эти мероприятия ориентированы только на одну цель – сделать наш город более комфортным и ухоженным. В 2023 году мы приступим к возведению второго корпуса губернаторского лицея номер 100. Нового участка автодороги по улице Юго-Западной, завершим возведение детского сада на улице Шигаева, а также новые переправы в створе улиц Шевченко и Смычки. Продолжится реконструкция моста на улице Минаева, модернизация очистных сооружений и благоустройство парков и дворов. Дальнейшее развитие Ульяновска неразрывно связано с активностью его жителей, от юных ребят до горожан старшего поколения. Именно вы своим неравнодушием, своими спортивными, творческими, образовательными, научными и профессиональными успехами прославляете малую родину. Спасибо за ваш труд и любовь к городу. В преддверии Нового года желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, гармонии в семье и мирного неба над головой. С праздником вас!